Здравствуйте, я Наталья Некрасова. Продолжаем вязание пледика. Сегодня у нас блок квадратиков под номером 4. Блок практически повторяет тот, который мы вязали в прошлый раз, только мы меняем цвета. Все то же самое, видите, расчет тот же самый, даже позиции те же самые, только цвета немножко другие. Вместо черного у нас первый желтый. Вместо белого у нас черный на два ряда. Вместо желтого у нас белый, и вместо черного у нас желтый. Не забудьте при смене цвета вывязывать разделители красным цветом. А так все остается один в один. У нас есть базовая база, расчет. Эту базу мы будем использовать на всех уголках, потому что, провязав первую партию, понимаем, что расчет идеальный, все совпадает, все прям здорово. Меняйте цвета на вот этих вот уголочках, частичках, и все будет отлично. Я думаю, что в прошлый раз мы очень подробно с вами провязали квадратик, поэтому сейчас вы провяжете его сами, ориентируясь на те цвета, которые вам указала. То есть начинаем с желтого, провязываем два блока желтого, не забывая делать прибавки. Разделители красным. Один блок черным. Ставьте меточку. Ну, поставьте все-таки меточку. Вот метку. Лучше поставить, пускай стоит. Нужна, не нужна. Уберем, если не нужна. Черный до убавок. И черный первый блок с убавками. Две разделительные красные полоски. Два ряда. Белый. Две полоски красной. И заканчиваем желтый, на убавки идем. Номер 4. Провязывайте 4 детали. Убирайте хвостики, связывайте, отпаривайте. Делайте нумерацию номер 4. И после этого мы сможем вязать следующую партию блоков. Итог работы. 4 одинаковых блока. Ну, завязать хвостики, само собой, 1, 2, 3, 4 штуки, номер 4,